дорогие дагестанцы, дорогие каспичане, в настоящее время Россия ведет военные действия на Украине. Конечно, для родственников тех, кто сейчас там находится, и тех, кого призывают, это и слезы, и боль, и горе, и бессонные ночи. Но это и проверка самих себя. Это проверка тех, кто рядом с тобой. Это и подвиги, которые совершают наши военные, и в том числе дагестанцы, на полях сражений. В настоящее время против нашей страны развязана не только санкционная война, но и идеологическая. Многие привыкли читать новостные фейки и тут же пересылать их друг другу, не понимая, что этим самым работают на стороне врага. Если проследить цепочку логическую всего того, что началось и происходило после Майдана, если изучить документы, то становится понятным, что действия нашего правительства последовательные и правильные. И начало проведения спецоперации – это была необходимая мера. Поэтому прошу всех не поддаваться на пропаганду, понимать, в какое время мы сейчас живем. Россия за долгие годы наконец-то встала с колен перед Западом и говорит свое слово.